Это игрушка электропоезда ER2. И это списанный электропоезд ER2. А это музейный экспонат электропоезда ER2. Но мы не будем говорить о игрушках или музейных экспонатах. На этот раз звездой фильма является электропоезд ER2 и его аналог на переменном токе ER9. Но не только. Помимо них мы должны взглянуть на все семейство электропоездов ER. То есть фильм будет о электропоездах ER1, ER2, ER3, ER4, ER5, ER6, ER7, ER8, ER9, ER10, ER11, ER12, ER16, ER17, ER20, ER22, ER23, ER24, ER25, ER26, ER27, ER29, ER30, ER31, ER33 и ER35. Электропоезда семейства ER предназначены для пригородных пассажирских перевозок на электрифицированных участках железных дорог колеи 1520 мм или 1435 мм с номинальным напряжением в контактной сети 3 кВт постоянного тока или 25 кВт переменного тока. Но прежде чем мы обратимся к электропоездам ER, мы должны заглянуть назад в прошлое, чтобы узнать, с чего началось семейство электропоездов ER. 3 августа 1929 года было открыто движение пригородных электропоездов на участке Москва-Мытищи с напряжением в контактной сети 1500 вольт. Каждая электросекция состояла из одного моторного и двух прицепных вагонов. Каждый вагон на электросекции имел по одной кабине машиниста. Механическая часть вагонов изготавливалась Мытищинским вагоностроительным заводом, тяговые электродвигатели заводом «Динамо» и электрооборудование фирмой «Виккерс» в Англии. Первоначально вагоны получили обозначение «ЭМ» как электромоторный и «Э» как просто электровагон. С 1936 года серия стала обозначаться СВ, так как поезда эксплуатировались на северных железных дорогах и использовали электрооборудование фирмы Виккерс. Всего за период с 1929 по 1934 год было выпущено 33 моторвагонных секции серии СВ. Возросшие потребности электрифицированных железных дорог были призваны удовлетворить электропоезда новой серии, строившиеся с 1932 года Мытищинским вагоностроительным заводом. Серия получила обозначение SD, что свидетельствовало о том, что вместо импортного электрооборудования фирмы Виккерс новые моторвагонные секции оснащались электрооборудованием, производимым заводом «Динамо» по техническим материалам компании General Electric. Основным отличием вагонов SD от серии SV являлось именно электрооборудование. Всего с 1932 по 1941 год было выпущено 232 мотор-вагонных секций серии SD. При эксплуатации электросекций были выявлены отдельные недостатки, однако в целом серия была признана удачной. После 1945 года было принято решение дополнить подвижной состав электрифицированных линий моторвагонными секциями, которые могли бы работать как при напряжении 1500 вольт, так и при 3000 вольт. Моторные вагоны, приспособленные для двух напряжений, должны были облегчить постепенный переход со старых 1500 вольт линий на новые 3000 вольт. В конце 1946 года завод «Динамо» на секции с недостроенным в 1941 году моторным вагоном ST-261 установил новое электрооборудование и новые тяговые электродвигатели. Эта секция стала первой для работы на два напряжения. Серия получила обозначение SM, то есть тип северной железной дороги, модернизированная. Ряд секций серии SV и SD были переделаны в секции SM. Мы спросили у машиниста-ветерана Таллинского депо Лембита Адамсона,
какие у него воспоминания с электросекцией СМ. Vaata, nüüd on veel, on kihtat. Siis tuli meil ükskord üks rong, mis oli ST. Ta oli vist minu mõelest, kas ta oli 36. aastal ehitatud. 039 oli mootorvagun. Temal oli algul tõrvapapp katus ja vanemaks oli tema peal Horn. Erik Horn. Ka vana mees oli vana trammijuht. Ka olnud. Ja siis oli juhu kansi, temal oli tõrvamine hästi käpas ja tema käis ja tõrves seda, alati seda katust. Muidu nad lasid läbi. Hiljem vahetati see plekk katuseks. Järelvagunid olid tal omad kadunud. Need oli üks, oli 1047, tähendab 1047 ja 1072. Aga nemad olid niiust huvitavad, et temal nendel järelvagunitel, see oli keskmine seksioon. Temal oli suur uks oli ees, koos selle ülekäigu sillaga, mõlemis otsas. See oli niimoodi, see koosnes see 039, kolm vagunit. Aga paaris tuli ta 1487-ga, SR3, ka vanem SR3, aga no korralik ikka. Ja nüüd, kuidas nad kokku panna? No pandin nad niimoodi kokku, no jumal kujuta ette, kui nüüd oleks tulnud siin kuskil seal peale 60-ndaid või seal juba ligi 70-ndaid ringis, tuleb su platform, et niimoodi ees on nagu metrool, see suur uks. Ja juhi kabiin oli nii pisikene, et juht üksind oli seal sees, avil ei olnud absoluutselt kohta. Mingi kong oli kõrval, aga ma ei mäleta, mis asi see kuradi kong oli seal. Ja siis läks poistaks karjum, et see niimoodi minge pahmanile kurad. Ja siis mõtlesid. Jälle kurat Saarmal, asso vahepeal oli nii seal, ennuga need niini lasid, vaadati te poos ennu kurat nende lõõtsadega küllele, lõigati need lõõtsad sealt eest maha. No väga ilus uks oli siis ainult, kõik oli nagu okei, eks ole, no enam vähem, no oleks häda pärast olnud. Ja siis hakkas vaatama, post ütlesin, et mul ei ole ju olla kurat, kus ma abi panen, eks ole, saadan vagunist saatja juurde või mis, siis et saated peal. Ja siis tehti niukene asi, et kurat, vaatasid, Harri ütlesin niimoodi, kes kurad keelab meil võtta üks see järelvagun, mis nüüd oli otsades mootoravuna keskel, siit, võtta see tagumine võtame, eks ole, võtame selle ja keerame ta kuradi kopli kaudu ringi. Ja tegidki niimoodi ja võtame nüüd selle 1487 pealt ühe korraliku SR3 pea, mis on normaalne, ja paneme selle sinna teise otsa ja keskelt keerame need kaks tükki vastakuti. Ja niimoodi tegidki ära. Ja siis, kui see kokku panid, siis tuli meie kõikidel mõistus siit altpoolt ülesse päeva. Kurat, mis me tegime. Lõhkesime sillad maha. Nüüd oleks olnud need sillad koos ja oleks olnud esimene SR3, mis on kuus vagunid läbi käidavad. Aga nüüd enam ei saanud ju silda, see ei olnud. Ja siis need uksed olid ka seal kinni löödud, kõvasti kinni monteeritud. Ja vaata, kuidas on nii, et on tore, kui sa mõtled. On tore, kui sa teed kiiresti ratsi. Aga veel lollim on, kui pärast kukub nii välja, et tuli kakamoodi välja kõrjad. Ja ta oli meil päris hulk aega oli. Ja piltide pealt enne, kui sa näed, te poos on pildid, kus seisab, noh, ta näedab elektronk, seisab ja ta on needitud kerega. Muide kõik tema vagunid olid needitud, testel oli pikkade metallide kokku kivitud. Anna vremena s preaborudovanjem stare sekci tipa SV i SD. Рижский вагоностроительный завод наладил выпуск механической части новых трехвагонных секций. Данная секция получила обозначение СР, как тип северной железной дороги, постройка Рижского завода. Первая новая моторвагонная секция была выпущена заводом в начале 1947 года. Электрооборудование сначала изготавливалось заводом «Динамо» в Москве, а с 1949 года Рижским электромеханическим заводом. Эти электросекции могли работать в двух режимах питания 1500 и 3000 вольт. До 1951 года крыши вагонов выпускались с деревянным настилом, покрытые крашеным брезентом, а с 1951 года покрывались листовой сталью. Электросекции серии SR, как и SV и SD, выпускались как с выходами на высокие, так и на низкие платформы. Всего за период с 1947 по 1952 год Рижским заводом было построено 343 секции серии SR. А какие воспоминания у Лембита Адамсона с электросекциями SR? Kuna ronge ei nagu puudu, siis hakkas tulema juurde SR. Need olid väga omapärast, nad olid vanemad masinad. Nad olid aastatelt kohe tükimaad varem ehitatud. Ja nendel oli see omadus, nad olid võimelis sõitma 3300 pingega ja 1500 pingega.
Nüüd neil oli need pingejagurid seal all ja kõik järelikult mootorite skeemid olid tal hoopis teised kui SR3-l. SR3-l oli niimoodi, kuna pinge oli 3300 volti, kaks mootorit pandi teenedese järgi, saadi 3000 volti kätte ja need pandi ühesõnaga nööri pidi kokku niimoodi, et ankrud ja ergutused olid oma vahel järjestiku. No järjesti kahel põldi vaja muuta, sealt ei saanudki muuta. Aga SR-il oli ju vaja niimoodi, et ta saab 1650-ga sõita, tähendab 1650 on see mootori pinge. Ja siis oli kui ta läks paralleel, ta oli, kõik neli mootorid olid eraldi võrgus. Ja nüüd, et seda teha, siis oli seal seadmed nii palju juures, sellega jäi neid kontakte ja värke ülearu palju. Ja nii, et kui nad algus tulid ja siis oli ennedega selle küttega oli seal terve jama veel kuna. Kütte sai ainult nii, et panid kütte sisse, küttis vagunit ja kui sa tahtsid kabiini kütet, ainult siis said kabiini kütte panna, kui vaguni kütte töötas. No püha jumal, see oli ju meie meestele üle mõistuse. Saarma kargas seal ringi ja vihastas, et kurrat, ma võtan omale niimoodi rongi, ma teen ta raisa ringi. Ja ta tegi ringi. Aga kabiinidega läks vahvasti. Nendel oli niimoodi, et juhi kabiin oli pisikene kitsas ees, peavagunil. Ja keskmine osa oli siis kaks akent jäid siis selle tamburiga ühes ja meil veel oli nii, et pagasi tambur oli seal taga. See oli hästi suur. Suured kahepoolsed uksed käisid küljepealt lahti. Ja siis oligi nii vahvasti, et selle küljepeal, kus juht istus ja abi istus juhi selja taga, seal akna ääres niimoodi, no vaatas siit kõrvalt. Ja abi tooli juurest käis üksik uks, mis said kohe ka õue minna. Äs pidid abi tooli alla laskma. Sealt said õue. Suvel oli jõle hea. Panid selle teise ukse kinni, tegid selle lahti, kurat tuul puhus, nii et vähe ei olnud. Seina ei olnud ees. See oli vahva. Siis edasi tuli, kui küljepealt teda vaatsid, oli kohe juhi akna taga oli üks kitsas uks. See oli see, mis kabiinist tuli. Siis tuli lai pagasiruumi uks. Ja alles siis tuli reisijate need uksed. Nii et tal oli seal uksi selle küljepeal palju. Teise küljepeal oli vähem, see pagasiruumi lai uks oli end. Võtõsatsid, et sõt pidite seatam ka tuu. Некоторые моторные вагоны серии СВ были оборудованы другими тягловыми электродвигателями и силовой аппаратурой электровагонов серии СР. Переоборудованные моторные вагоны получили наименование серии СМВ. В конце 1955 года секции СМВ были переоборудованы на систему рекуперативно-реостатного торможения, получившими наименование серии РС. Реализованные на опытных электросекциях РС технические решения стали основой для электропоездов рижского производства. После того, как количество секций СР стало достаточным для того, чтобы не ограничивать возможности перевода пригородных участков на напряжение 3000 вольт, выпуск их с октября 1952 года был заменен выпуском секций серии СР3, рассчитанных только на работу при напряжении 3000 вольт. На это указывает индекс 3 в названии серии. Кроме того, в конструкцию вагонов был внесен ряд изменений. Например, с поездов SR3 были ликвидированы багажные помещения в передней части головного вагона. Также кузова секции SR3 были изготовлены из гофрированных стальных листов. Моторный вагон секции SR3 весил 62 тонны, прицепные – 38,5 тонн. Длина вагона была 19,7 метра, ширина – 3,48 метра. Общее число мест для сидения в секции – 321, из них 105 в моторном вагоне. Ускорение электросекции было 0,45 метров в секунду в квадрате и максимальная скорость 85 км в час, которую секция могла развивать на перегонах длиной около 5 км. Секции серии SR3 с выходами на низкие платформы имели заводское обозначение SR3N на высокие SR3V. Всего в период с 1952 по 1958 год было построено 351 моторвагонная секция серии SR3. Параллельно с выпуском электросекции серии SR3 производилось переоборудование секций SV и SD для работы при напряжении 3000 вольт. Такие секции получили обозначение SM3. Мы спросили у машиниста-ветерана Таллинского депо Лембита Адамсона, какие различия были между секциями SR и SR3.
Juhi jaoks oli seal jälle sõltus juhi sellest, kui juht oli ülbem, ühesõnaga niisugune mees, kellel elas niimoodi. Tõmmas selle kontrolli rakste kohe teise astmesse või lükkas kohe lõpuni välja ja pandi neid naltega kinnis, pole enam ju probleemi, ta teeb ise, kirjandus on isegi. Siis käis rahvale niisugune jõledam jõnks, sest SR-idel oli ainult 16 astet reostaatkontrolleri peal. 16! SR3-l on 18. Saksa trammil, selle, mis need punased vanad trammid 60. aastal sõitsid, nendel oli kurat 21. Trammil 21 550 voldi juures ja meil selle 3 kilovoldi juures on ainult 18. Isegi SR3-l oli nii, et nagu sa tõmbad sisse ja RK-tel ka sama. Ja kui sa tõmbad üle manöövri, siis käib ikkagi jõnks, aga SR oli eriti hull sellest. Ta raisk kohe kõvasti hüppas niimoodi. Ja aga reisele on ju paha. Nii palju oli ka veel vahe, et vaata, SR-idel olid kõigil need kolmekordse vedutusega vankritel need vanad. Ja nende vankritel oli see omadus, et küll olid seal need friktsioon katted ka, et ta hoiaks nagu ära. Nii kui roopajätkus, sest see oli roopajätkus, oli 12,5 meetrist roopad oli tollal. Iljem tulid 25-sed juba. Ja käis see tõng-tõng-tõng-tõng-tõng-tõng. Ja siis ta tegi sul kogu aeg niimoodi. Kui sa näites lugesid raamatud, siis ta tegi sul kogu aeg niimoodi. Ja vanad mehed ütles niimoodi, et söönd oleme ja ta raputab magu ka iga natuks ajatega niimoodi, et see hakkab lõpuks tervisele. Nii et selle võrra nad olid kehvemad, need vankrid. SR3-l oli pandud ainult kahe vedutusega. Üks oli see Kalahov ja teine olid need spiraalvedud. Need vankrid olid paremad, nemad seda järgi ei teinud. Ja näiteks, kui ma sõitsin koju või rongis, ma armasin väga lugeda raamatuid. Ja siis ma kasutasin kõik need ajad armas vahinsel aknast välja, mida ma olen näinud tuhanded korrad. Ja lugesin raamatud, aga siin ma, kui rong tuli ette, ma vaatasin talle, mis tal all oli, ma teadsin, mis all on. Ja läksin sinna, kus oli see SR3 vanker, keskmised vagunid. Ja siis ma sain seal rahulid lugeda, ei olnud. Ja muidu oli vagunis ka, kui vaatasid, testi inimestel ka kõigil tegid ajalehed ja asjad niimoodi käes. Sa muidugi, kui sa noor oled, sa loed ära, kurat, ma võin raputada, ma loen ikkagi veel. Nüüd enam ei loe. А может у Лембита Адамсона есть какие-то интересные воспоминания, связанные с работой на электросекциях SR3? Ja seal oli niisugune asja, et siis oli üheteeline piirkond. Keilast kuni Pääskülani. Ainult üheteeline. Ja Sauel oli siis see möödasõidu võimalus. Seal oli kaks teed. Ja mina tulin Sauelt välja, sõidan ja täisautomaat blokkeering. Sinna tehti kohe. Nii kui see Keila elektriseerim 58. tuli, tehti täisautomaat blokkeering selle ühe teelise peale seal. Ja sõidan ees, seal Sauel mulle midagi ei öeldud, eks see kaubakas Šarik, see Ameerika vedur. See vedas eest kaubakat, läks sellega, aga Laagrimägi on küllaltki pikk tõus. Ta vedas sinna üles peale välja ja kuidagi sinna veel nii, et pea oli tal üle, aga saba oli teine pool künkast. Ja seal on niimoodi, et täpselt sinna ei näinud. Mina tulen sinna välja, vaatan, valgusvoor on mul punane. Aga seaduse järgi oli niimoodi, kui valgusvoor oli täisplokis punane, jäid seisma. Ja kui selle aja jooksul valgusvoor lahti ei läinud, oli sul õigus sellest punasest läbi sõita kiirusega, mitte üle 20 km tunnis, valmis oleku koheseks peatusmises, kui on takistus teel. See oli seaduslik asi. Aga siis peale selle oli seal veel niisane, ma ise mõtlesin, et tollal pandi kohe nendele valgusvooridele, läbisid valgusvooridele telefonid külge. Meil ei olnud raadiosidet. Meil ei olnud mingid raadiosidet. Meil on ainult see, ma ei mäleta isik, kas siis meid keppidega telefonid meil peal olid juba või ei olnud. Ei mäletanud. Ja valgusvoori juures oli see ja meil oli eri võti, millega me saime lahti teha selle. Ja läksime sinna, keeran selle lahti, Pääsküla korraldane. On sul midagi seal ees või? Jaa, mul on kaubakas, tead, kuule, ole hea mees, tead, see kaubakas on tõmmand ennast niimoodi, teine pool küngast on vagunid tagapool, ta ei jõua ära tõmmata kaabi paiga peal seal, nii et tuli on taga, ole hea, mine lükka natukene need tagumist vagunid kokku. Ja ma ütlesin, aga ma ei tohi ju kuradi reisiga, aga minna kaubakas lükkama, no ja seda küll kõik kuratage, no tead, kes sul seda näeb. Ja kui aus olla, reised ei näinud kuskilt välja. Meil oli eest kinni, mina olin ees ja ma mõtlesin see niimoodi. Kurat, nüüd on kogu see liikus, milla ükskord linnast tuleb see abivedur. See veab selle sealt ära. No terve jama. Ma ütlesin, okei, ma lähen proovin. Tasakesi nii kui seal see ette nägi. Jäin enne seisma,
5 meetrit enne seisma. Tulin välja, vaatasin oma selle siduri, läksin, vaatasin tema kaubarongi siduri ilusti ära ja mis ma veel tegin? Ma tegin niimoodi, et automaatsiduril on see võimalus, kus tõmbad sangast ta täiesti üles ja tõmbata, oota, sisse poole lükkad, jah. Siis ta jääb see püsti ja kett jääb pingule ja kivi vahele kukkuda ei saa. See on nimetaks puhvri peale, eks ole. Panin puhvri peale ja läksin tegin kaubakal ka samba, panin puhvri peale selle asja. Ja nüüd ma olin kindel, et kui ma sinna kukku lükkan, mu sidur oli küll kõrgem kui tema oma, aga ta on seal vahel, üle ta ei lähe. See oli teada juba, üle ta ei lähe. Ma saan ju lükata. Ja kui nii kui ta saab minema läheb, mul ei ole mingit probleemi ju. Ja lähen sinna juurde ja ütles, et vedurühil pidi olema aur peal ja ootab ainult, kui kõlks käib. Ja läksin sinna pikkameeda sinna vasta ja nüüd panin manöövri uuesti sisse. Tõmmasin korraks veel vist teist astet ka, et see jõud oleks tugevam. Käis üks väiksem jõnks ja kuulen, kui lähevad kõlk. Kõik need tagumist vagunite lükkas kokku. Ega oli ka, samal ainult see kõlksumist ma enam ju pärast ei kuulnud, sest ta kõlksumine läheb kaugemale. Hakkab liikuma. Ja mina hoidsin ikka omal manööveri peal, ikka vean veel. Vaatsin, kui sai juba seal üks 10 kilometrit kiiruse kättes. Ma ise ei tohtinud üle 20 näiteks sõita. Sujuvalt pidurdasin oma. Jäin seisma, lasin sellel ära minna. Siis lasin üle piduri lahti. Suuvalt sõitsin laagriplatar, inimesed tulid peale, inimesed maja, keegi ei teanud midagi. Kõik oli okei. Ja nüüd, kui tulin Pääskülla, siis pärast nad ütlesid mulle niimoodi, et me värisesime seal ukse peal. Ja nad olid mõlemad ukse peal, tõstavad kätt, korraldaja ja sidemehaanik. Urad, sidemehaanik on ka surnud, ei saa enam meenutada. Ja olid nii rõõmsad, ütlesid, et kuidas sa külge ei jäänud. Ma ütlesin, aga siin peab ka olema, aga sellest üks ei aita. See on väga hea asi, aga siin peab olema. Ja nad olid juba mõelnud igasust plaane, et kui me nüüd ta teise tee peal kinni peame, elektri jääb platformi juurde, haagime ta lahti, kurrat see kaubakse võtta sead Pääskülas ka ära. Nad olid mures, et mis ütled kurrat nüüd, et ja ütlesid, et kui nad tulid, nägid, et kaubakas tuli, ütlesid, et me olime nii hirmus, vaatasime sinna ta, vaatame tagapool kedagi. Ütlesid, sellepärast me tulime sulle nii rõõmsalt vastu ukse peale, kurat. Asi ei lõpeldki veel sellega. Kõik oli ilusti ja ma teeks, jah, õhtel vist. Igates mul oli pärast 2 vaba päeva. Depoo ülem, Kotov, tuleb mu juurde sinna 6. tee äärde. Ütle, kurat, mida sa rõist tegid? Ma sain aru, et ma muidugi läks, et keegi kurat oli kaevand. Räägid, et sa oled lükkanud kurat kaubakad. Sa tead, kurat, kus määrust käivad. Sa tuli sinna kaubakad torki minna kurat üldse. Ma ütlesin, jah, ma tegin, aga jumala korralikult. Sest jumal tänatud, et su pea jagas, et sa nii tegid. Ja ütlesin, nüüd võtta oma kott ja kao siit minema. Ja 2 päeva on sul vaba. Ühtegi kuskile ei elista, kuskile ei ole, oled nii kadunud. Ja olingi. Ja mis mind päästis? Muidu oleks olnud, läks ka kisaks. Aga samal ajal üks suurtest, seal olid ju need igasust veteranid auruveturite peal ja suured, ma ei mäleta, parteibossid ja asjad ja kõik nõust mehed. Eks üks oli kus ta vasalemas või kus kurat oli eksinud ja auruveturi ajanud puki otsa, sinna selle prisma otsa. Saks tal oli linnus palju sellega, siis saaks totsima, et aga kurat, Pääskülla juures oli keegi lükkanud kaubakad, mis jama see on? Hakkas totsima, küsid Kotovist, et ma pole kuulki niust asja, kus kohal ja millal? Üldse lükati, otsid, no mind ka kätte ei saadud, kus juht on, kes seal võis olla siis? No ei, või seda ka ei saa kätte kurat. Ja niimoodi lõpuks vaibus ära, mina pääsesin ära. С целью заменить неэффективные паровозные пригородные поезда на еще не электрифицированных линиях возникла идея применения работающих электросекций SR3 с комбинированным питанием, как от контактной сети постоянного тока 30 вольт, так и от желчной никель-железной аккумуляторной батареи. Эскизный проект первой 3-вагонной электросекции комбинированного питания был разработан в 1957 году, и в 1959 году 2 электросекции SR3 были в депо Сасулаукс переоборудованы в контактно-аккумуляторные поезда с установкой аккумуляторных батарей на одном из прицепных вагонов. Для зарядки аккумуляторная батарея подсоединялась к контактной сети на электрифицированных участках. Первое испытание контактно-аккумуляторной электросекции SR3 NK проходило с января 1959 года. Серия NK означала нижняя, комбинированная.
На первой электросекции было размещено лишь 1200 никель-желчных аккумуляторных батарей. Данная секция в автономном режиме максимально обеспечивала лишь скорость до 48 км в час при прохождении от 80 до 100 км пробега без подзаряда аккумуляторной батареи. Поскольку средняя скорость поезда составляла всего лишь 40 км в час, что было медленнее, чем у паровозов, то в марте 1959 года на контактно-аккумуляторной электросекции SR3NK1989 была убрана из салона аккумуляторная батарея, усовершенствована схема зарядки аккумуляторных батарей и увеличено число аккумуляторов до 1840 единиц, что давало возможность достижения максимальной скорости в автономном режиме до 70 км в час. На основании накопленного опыта с SR3NK в 1960 году был разработан проект шестивагонного контактно-аккумуляторного электропоезда SR3A6, на котором все 1872 аккумулятора емкостью 350 ампер-часов были размещены под четырьмя прицепными вагонами в специальных отсеках с принудительной вентиляцией. После всесторонних испытаний в 1962 году контактно-аккумуляторный электропоезд начал практическую перевозку пассажиров на Рижском узле и проходил участок Рига-Елгава протяженностью 43 км со средней скоростью 45 км в час, максимально до 70 км в час. Широкие исследовательские работы показали, что основным препятствием внедрения контактно-аккумуляторных электропоездов является отсутствие специальных железнодорожных тяговых аккумуляторов, так как они не были рассчитаны на длительный тяговый поездной режим, то есть они сильно нагревались, в результате чего происходило большое выделение газов электролита. Однако первые опыты показали, что контактно-аккумуляторные электропоезда могут успешно работать при перевозке пассажиров на прилежащих к электрифицированным участкам железных дорогах. Учитывая это, МПС в декабре 1963 года приняло решение о модернизации контактно-аккумуляторных электропоездов. В 1965-66 году поезда SR3A6 модернизировали, и аккумуляторы были заменены на более мощные и легкие, и поездам дали новое обозначение SR3A6M. Был и проект SR3A6MT, в котором предусматривался заряд батарей энергией, выработанной при электрическом торможении. Всего переоборудовали 9 аккумуляторных поездов, то есть 18 трехвагонных электросекций. Самой большой технической проблемой было охлаждение батарей, так как они начинали нагреваться при быстрой разрядке, то есть при ускорении. Из-за перегрева батарей в летнее время пробег поезда должен был быть ограничен до от 150 до 180 км в день. Мы спросили у машиниста-ветерана Лембита Адамсона, какие у него воспоминания связаны с контактно-аккумуляторными поездами SR3A6M. Ja minu üks jubedamad asju, mis akurongiga oli see, sõidan Tallinnast välja, ilusti see loogad maas, kõik akurežiim töötub, kõik on tip-top, peaaegu nagu päris. Selle. Ja eks ma panin sealt siis ilusesti vänt, tal akukäta ju lillekulast, sealt hakkab kohe kõvasti üles menema. Sain natukene veel ja kurat, ühe korra vaatan kõrge mingi voltmeeter, mis oli kõige tähtsam asi ju. Alajaam jäi järvele, sulle. Ja sa seal vaatan, see teeb juu, 2-0. Kurat, siis tegid silmad juba niimoodi, mis asja on. Hetkiljem, kurat, võtsin mända välja, hetkiljem tuusis pelust, aga jälle rõõmus, sulle. Ja veel, korra veel vist oli jõngsatas, kustus ära ja oligi kõik. Rohkem kõrge mingi ilma. Nüüd, mis mul on? Rong veeres veel edasi ja veeres trammid rusti aiani välja, sulle. Kurat, ma olin ju trammi peal töötanud kunagi. Ja see mõtlen, jobosta, kõrat, nüüd on kõrat, joppen puh, nüüd on asi nii, sain siin trammid rusti aia taga, mu elektrongi ju igar jäär lõpeb. Ja mis kõige hullem, kompressorid ei tööta ju. Sule, õhk hakkab vajuma, siis ma vaatsin, pidurdsin elektriga tasakesi kinni, nii et ta seisis. Sule. Ja nüüd oli ainsam variant kuskil
tuli meelde see, mis Rahule rääkis, nendel oli olnud ka niimoodi, nad olid käinud, peksti jalaga vasta akukaste seal ja niimoodi leidsid selle aku üles, millel igal kastil, igal vagunil oli omad suured kontaktorid, mis panid nende, tema aku 850 volti panid kokku. Ole. Ja kui see kontaktor ei hoidnud, siis loomulikult kõik oli ju järjestik üle katuse. Ju. Ole. Kõik neli oli ju järjestik. Loomulikult teised ei andu pinged. No. Ja, aga otsi üles neljast ja siis abi jooksis mul seal. Mina loksutasin seal seda juhtvoolu lülitid ja et kus kohas kolksu, kus kohas mitte, et noh kiiresti saada. Ja lõpuks ta kuuli, leidis ühe kasti, et see ei kolksu, sole. No pani jalaga vasta, see hakkas kolksuma kurat, sole. Edasi mõtlesime, vaatan, ikka ei ole. Siis järgmine kast. Ja lõpuks leidsime ühe kasti niimoodi, mis kurat kuskil keskel seal oli. Ta raiski ei tõmanud küldse. Ja nüüd oli ainsam variant kurat, ja mis kõige hullem, iga korra, kui ma tahtsin ju proovida, Saarma õpetas ka, sa voltmeetrit võid uskuda, aga ära lõpuni usu. Nii kui naisi. Masina on ana ja seda sa ei saa lõpun uskuda. Sest kui siin ajad näitepinged, mul ei ole tooge see vedur, aga võib olla niimoodi, et sul voltmeetriga ka midagi juhtus. Ja ütlesid, iga korra proovige korra paigast võtta. Aga iga korra, kui ma proovis, ma lasin jõhu lahti. Sole. Ja natuke vähemaks. Ja proovin paigast võtta. Mingit jõngsu. Ei olnud. Sole. Ja õhunooled muudku vajuvad ja sellega. Sole. Ja nii kui nii oli õhukadu ja see vajuvad ja vaatasin. Järgmine etapp oli mul juba selle kallaku peal teada, kingad alla, käsipidurid peale ja abiedur. Ja viimase katsega sain nii palju, või tähendab just enne seda viimast katset, ütlesin, selle abi oli kurvet, vana vedur abi, hästi tõsine poiss ja teadlik kõigest. Meil oli niuke vastav varras, millega me saime, et kast lahti ja see aku kast otseks. No ta ei kontaktori tõmba. Ja tõmmas selle otseks kurat kast kinni ja joostas ette ja siis saime kolme kastiga minna. Aga kolm kasti tähendab seda, et mul oli ju üks veerand võimsusest läinud. Ja nagu nii akku jõudis kõige nelja kastiga üles sinna mäe peale ronida umbes 40 ringis. Nüüd mul oli kuskilt kas 30 või 35, aga ma sõitsin. Ja kas sa tead, milline meeletult hea meel praegu on silmad ees, kui see kurat, Tallinn väikesse see kitsa sild läks üle pea. Me liigume, me sõidame, mõlemad kordasime. Ja siis hakkas selle ajal, kui mina võitsin kangeluslikult kontrollerid ja katsun ikka edas liikuda, et saaks ülemistele, saime ülemistele, muidugi me jäime iljamaks ju. Ja nüüd juhtmed valmis panna, abi pani juhtmed valmis, et nüüd kurat lagedil, me lähme teeme selle asja ära, minu mõelest me läksime lagedil tegema. Ja seda ma tean, et juhtmed tegime ära ja juba oli teada ja läksime panimisele kontaktori kuradi need, mis tal ei tõmmanud need, panime need kurd otseks. Paelaga kinni. Et sa pead minema kinni, kui on ka midagi muud teist kukkuvad laate, sa võid üksi seda pinget sees hoidaks sulle. Kuhu su seda jagada, teised näitavad sulle niimoodi. Ja julm tegu muidugi küll, eks ole, muidugi see tohtin teha. Ja saime nelikasti kätte ja siis saime hirmsa rabelemisega ikka lehtsesse välja. Tollal oli see plaan, kui mul see pauk juhtus, oli see plaani loll, ma pidin jõudma enne Tapale, kui Moskva tuleb. Sole. Aga ma ei jõudnud ju ja lehtses lasti Moskva mööda. Aga selle probleemi ei tehtud, sest et ma jäin nüüd kuskil oma 14 minutit või jäin iljaks sinna Tapale, aga seal oli ju raiset hulk, oli ka väike. No need kannatasid ka selle ära, sole. Ja nii et mina tulin välja. Аккумуляторная поезда были в эксплуатации на Рижском узле до 1980 года, когда все 9 поездов были отправлены на Украину на Донецкую железную дорогу. Там их на аккумуляторном питании больше не эксплуатировали, и в 1984 году они были преобразованы обратно в классические СР-3. Годы постройки разных электросекций С были с 1929 до 1958 года. Всего построили не менее 959 секций, в том числе 33 СВ, 232 СД, 343 СР и 351 СР3. Вагонов построено не менее 2877. Электросекции серии СР3 эксплуатировались на разных электрифицированных участках железных дорог СССР, и их массовое исключение из инвентаря началось в конце 1980-х годов. Электросекции СР3 имели опорно-осевую подвеску тягового электродвигателя,
которая не позволяла развивать высоких скоростей. Поэтому в 1950 году в Нижне разработал техническое задание на проектирование моторвагонного подвижного состава для линий, электрифицированных на постоянном токе напряжением 3000 вольт. Согласно заданию, поездная единица должна быть спроектирована в двух вариантах. Трехвагонная, то есть как прицепной моторный прицепной, и двухвагонная, как моторный прицепной. Вагоны должны были иметь кузова длиной 23,6 метра с использованием по ширине габарита 2В, тяговые двигатели, установленные на раме тележки, и электрическое оборудование, рассчитанное на работу с электрическим торможением и без него. Позже задание изменили. Осталась трехвагонная секция, длина кузова равна 19,3 метра и без электрического торможения. В 1953 году конструкторский отдел Рижского вагоностроительного завода разработал проект новой секции, и в 1954 году была изготовлена первая трехвагонная секция, получившая обозначение серии SN, то есть Северная Новая. Вторая секция была выпущена в 1955 году. Первоначально они были рассчитаны на эксплуатацию на участках только с высокими платформами. Позднее конструкция дверей была переделана для низких платформ. Трехвагонные секции могли эксплуатироваться как самостоятельно, так и совместно в шестивагонном составе. SN отличается от предыдущих электропоездов SR новым кузовом и более просторной кабиной управления в одном из вагонов на каждую секцию и более мощными электродвигателями. Электросекция SN состояла из трех вагонов – прицепного головного с основной кабиной управления, моторного промежуточного с токоприемниками и прицепного промежуточного с дополнительной кабиной управления с межвагонным переходом. В промежуточных вагонах мест для сидения составляло 104, в головном – 88. Сидения были полужесткие кожаные диваны. Освещение салонов осуществлялось светильниками с лампами накаливания, и салоны были оборудованы приточной вентиляцией и калориферной системой отопления. Для входа пассажиров с платформы в вагон или наоборот, по концам вагонов расположены двустворчатые ручные поворотные двери. В 1955 году, после испытаний в Риге, обе секции сформировали в шестивагонный поезд и отправили на экспериментальное кольцо в Нижд для продолжения испытаний. В 1958 году обе электросекции передали с Октябрьской на Северную железную дорогу, а затем на Свердловскую, где они работали до 1962 года, после чего были исключены из инвентаря. После списания электросекции были расформированы и вагоны стали использоваться в качестве бытовок. По состоянию на 2010-е годы в качестве сараев с забитыми окнами без тележек сохранилось не менее двух вагонов – промежуточный прицепной от секции 002 на станции Смычка и головной от секции 001 в городе Чусовой Пермского края. Причиной прекращения эксплуатации трехвагонных секций стала их недостаточная удельная мощность на фоне увеличения скоростей поездов. На электросекциях SN соотношение числа прицепных вагонов к моторным составляло по-прежнему 2 к 1, что было уже недостаточно. То есть требовалось сокращение этого соотношения до 1 к 1, так как в этом случае возрастала средняя удельная мощность. Поэтому Рижский завод на основе конструкции секции SN разработал и в 1957 году выпустил партию сразу из 5 электропоездов, которым присвоили обозначение серии ER1. Электропоезд состоял из 5 двухвагонных электросекций, но в отличие от предыдущих, каждая из этих электросекций не могла работать отдельно. Это упростило конструкцию, но было утрачено одно из основных преимуществ моторвагонной тяги – секционирование пригородных поездов. Этот электропоезд R1, то есть электропоезд Рижский первый тип, был предназначен для пригородных пассажирских перевозок на электрифицированных участках железных дорог колеи 1520 мм с номинальным напряжением в контактной сети 3 кВ постоянного тока.
кузова вагонов электропоезда R1 выполнены цельнометаллическими несущие конструкции, то есть различные силы, которые действуют на кузов, воспринимают все его элементы – рама, крыша, боковые стенки. Каркас выполнен с применением гнутых профилей и представляет собой систему замкнутых колец, обтянутых стальной гофрированной обшивкой. Позднее, через несколько лет, такая же конструкция кузова стала и у дизель-поезда Т1. Кузова вагонов поезда серии R1 незначительно немного длиннее вагонов SR3 – 19,6 метров вместо 19,3 метра. Ширина их сохранена прежняя, то есть 3,48 метров. Вагоны поезда R1 соединяются друг с другом автосцепками SA3. Масса кузова моторного вагона составляет 11,3 тонны, то есть он более чем на 10% легче кузова моторного вагона SR3. Поезда R1 имели двухстворчатые раздвижные двери с пневматическим приводом. Вагон электропоезда опирается на две двухосные тележки. Тележки, подкатываемые под моторные и прицепные вагоны, имеют ряд конструкционных отличий. Тележка моторного вагона челюстная, что исключает продольные и поперечные перемещения колесных пар относительно ее рамы. Колесные пары моторных вагонов выполнены бандажными, и диаметр поверхности катания нового бандажа составляет 1050 мм. Тележки прицепных вагонов по конструкции аналогичны тележкам обычных пассажирских вагонов, но имеют укороченную раму. Они бесчелюстные, и рессорное подвешивание на них более мягкое. Колесные пары прицепных вагонов имеют цельнокатанные колеса с диаметром поверхности катания 950 мм. В передней части головных вагонов расположена кабина машиниста со служебным тамбуром позади нее. Про кабину подробнее позже, когда мы доберемся до ER2. В переднем пассажирском тамбуре головных вагонов расположена перегородка с дверью в служебный тамбур. В котором слева расположен туалет, а справа радиорубка. Прямо находится проход в кабину. Впоследствии у части поездов в ходе модернизации радиорубка и туалет были ликвидированы. На их место перемещался служебный тамбур, и двери кабины машиниста переносились в него, за счет чего удалось добиться увеличения внутреннего пространства кабины. Основную площадь салона занимают сиденья по бокам от центрального прохода. Сиденья шестиместные, деревянные реечные или с обивкой из кожезаменителя. Салон отдален от тамбуров раздвижными двухстворчатыми дверями. Со стороны торца в промежуточных тамбурах имеются одностворчатые поворотные двери, отделяющие тамбуры от межвагонных переходов. В промежуточных вагонах число сидячих мест составляет от 107 до 110, в головных – от 77 до 88. В 10-вагонном составе общее число сидячих мест может составлять до 1050, а общая пассажировместимость – около 1600 человек. Для поддержания микроклимата в пассажирских салонах электропоезд оборудован системами освещения, отопления и вентиляции. Освещение осуществляется за счет светильников с лампами накаливания. Лампы освещения получают питание 50 вольт от генератора управления, и поэтому при неисправности цепи преобразователя, например, поломка токоприемника, перегорание главного предохранителя или так далее, освещение отключается. Однако на этот случай предусмотрено дежурное освещение,
маломощные лампы накаливания, получающие питание от аккумуляторной батареи. Для увеличения площади пассажирских салонов все основное электрооборудование расположено на крыше, как, например, токоприемник, либо под вагоном. Подвагонная аппаратура, в основном переключатели и контакторы, размещена в специальных ящиках, которые закрываются съемными крышками. Также некоторая часть вспомогательной электроаппаратуры, например, счетчик электроэнергии, расположена в специальных шкафах, размещенных в тамбурах вагонов. На моторных вагонах R1 установлены 4-полюсные тяговые электродвигатели, конструкция которых несколько отличается от конструкции электродвигателей, примененных на моторных вагонах SN. Мотор-компрессоры у R1 установлены под прицепными вагонами. Часть электрической аппаратуры, ее расположение и электрические схемы вагонов электропоездов R1 имеют ряд существенных отличий по сравнению с секциями SR3. На моторных вагонах электропоездов R1 установлено по одному пантографу и в случае его неисправности оставшиеся 4 действующих моторных вагона других секций позволяют довести поезд до конечного пункта. По этим же соображениям в силовой цепи моторных вагонов не предусмотрены отлучатели групп неисправных тяговых электродвигателей, и при повреждении одного из электродвигателей отключается целиком моторный вагон. Как уже сказано, электропоезд R1 формируется из 2 вагонных электросекций, каждая из которых состоит из моторного и прицепного головного вагона, либо моторного и прицепного промежуточного вагона. Каждая из электросекций не может работать отдельно от других, но так как по ним ведется учет парка мотор-вагонных поездов, они получили обозначение учетных. Минимальное число вагонов в эксплуатируемых электропоездах равно 4, то есть 2 головные секции, а максимальное – 10 вагонов. За основную поездную единицу электропоездов R1 и R2 принят 10-вагонный электропоезд. Длина 10-вагонного состава по осям автосцепок 201,8 метров и суммарная мощность тяговых электродвигателей 4000 кВт. Серийные моторные вагоны электропоездов R1 имеют массу 52,5 тонны, головные вагоны 38,5 тонн и промежуточные прицепные 36,9 тонны. При движении по перегону длиной 2,5 км электропоезд R1 развивает максимальную скорость до 95 км в час, а на перегоне длиной 5 км до 110 км в час. Конструкционная скорость электропоезда 130 км в час. Ускорение поездов до скорости 50 км в час составляет от 0,6 до 0,7 метров в секунду в квадрате. Для сравнения, ускорение у SR3 было 0,45 метров в секунду в квадрате. Мы спросили у машиниста-ветерана Таллинского депо Лембита Адамсона, какие различия были между SR3 и ER1. Ei, no ta tegelikult oli ikka natukene oli keerulisem vidine, tuli tal ikka jälle tuli juurde. Need seadmed ja asjad olid ikka natuke teistmoodi. Muidugi ühest küljest läks selle kehvemaks, urises kuradi raiskgeneraatorid oma saval, kompressordi lõkka esimes vagunis. Muidu see lõbu oli ju mootorvaguni all SR3-l. Meil oli ju vaikne ees, nii kui kirikus oli. Meil oli jumal vaikne, kui nüüd oli lõgises urises, nii kui masin tõsiselt kurad. No. В процессе выпуска заводы вносили в конструкцию электропоездов отдельные изменения, а также изготовляли поезда с опытными узлами или оборудованием. С 1959 года вместо скородействующего тормоза Вестингауза стал устанавливаться непрямодействующий с воздухораспорядителями по 2 на моторных и по 1 на прицепных. С поезда номер 83 на всех вагонах полужесткие сиденья пассажирского салона заменены на жесткие. Из номера 96 в виде опыта был установлен грузовой авторежим, изменяющий нажатие тормозных колодок на колеса в зависимости от нагрузки пассажирами салонов, а также ряд изменений в электромашинах. Выпуск электропоездов R1 начат в 1957 году.
До 59 года рижский вагоностроительный завод строил все вагоны. А начиная с 59 года, прицепные вагоны начинал строить Калининский вагоностроительный завод. И с 1960 года Калининскому заводу была передана постройка и головных вагонов. Электропоезда R1 создавались для обслуживания наиболее загруженных железнодорожных узлов Московского и Ленинградского, и в связи с этим имели выходы на высокие платформы. Это являлось препятствием для их использования в пригородных зонах других городов, и в 1962 году, после пополнения железнодорожных приписных парков Москвы и Ленинграда, их выпуск был прекращен. В начале 1970-х годов из-за износа подвижного состава началась передача этих электропоездов на менее загруженные участки, для чего их переоборудовали комбинированными выходами на низкие и высокие платформы. Но не все поезда переоборудовали для выхода на низкие платформы. Вот что Лембит Адамсон говорит об этом. Viisime tehase remonti sinna ja no minu enda rong, ma tahtsin seda, et ta 57 oleks vähe tegi, noh, väljanägemised, noh, sa taru natukene kobedam, eks ole. Ja siis hakkasid seda remonti tegema ja mina siis kirjutasin veel, mis ma tahan, et nad ära parandavad eraldi, tead. Sulle, no oli, et uksed pikaks. No oli kirjas, et uksed pikaks, aga temperatuuril mõsus 30 kraadi suvel. Ja selle peale ütlesin nimelt, tead, kallis mees, teil on kirjas küll. Raha on ka pandud. Me ei saa seda teha, me ei saa keevitada selle vana ER1 keevitusega ligi lähed. Siis mine vaata ja näitas mulle, mine vaata seda vagunid, mis me proovisime siin teha, keevitada ringi. Jumal üle on ära panenud, ütles, ta läks nii kui püssirohi. Me ei jõunud mitte midagi teha, ütles, tahad ilma jääda või? No siis jäid üliks, et väga raske oli sellega tööd teha. Pervi elektropoest R1-01 получил название «Пионерский», так как был построен из металлолома, который был собран пионерами. R1-01 поступил в эксплуатацию в депо Москва-Октябрьская Октябрьской железной дороги в 1958 году. R1-01 трудился на линии до 1992 года и был порезан в лом в 2007 году. К 1976 году большая часть электропоездов R1, около 90%, находились на Московской и Октябрьской дорогах. Кроме того, электропоезда R1 работали, например, на железных дорогах Украины и Прибалтики. В Эстонии в 90-х годах все поезда R1 были переделаны на электрические схемы R2, и они получили новое обозначение R1B. Поезда R1B эксплуатировались до 2004 года. После снятия их из эксплуатации Украина была заинтересована в них, но из-за того, что все R1B были для выхода на высокие платформы, сделка не состоялась. К 2019 году большинство электропоездов серии R1 списаны, оставшиеся эксплуатируются только украинскими железными дорогами. Электропоезд R1 не только стал первенцем в семействе ER, но и послужил основой для создания следующих его представителей. Дальнейшая доработка привела к появлению опытного электропоезда R6 и серийного R2. Почти полностью был заимствован кузов R1 для создания первого в СССР электропоезда переменного тока ER7, развитием которого стала серия R9. Кабина с таким же дизайном появилась и на электропоезде R10. Но давайте посмотрим и на следующие серии. Начало электрификации железных дорог переменным током в середине 1950-х годов способствовало началу работ по созданию не только электровозов, но и электропоездов переменного тока. Уже в 1954 году завод «Динамо» разработал эскизные проекты электрооборудования для моторвагонных электросекций однофазного тока частотой 50 Гц и напряжением 20 кВ. Проекты велись по двум вариантам – коллекторным электродвигателем постоянного тока и с электродвигателями пульсирующего тока. Для этого секции оборудовались игнитронными выпрямителями. Так как в Советском Союзе до этого еще не было электропоездов переменного тока, то в данном случае проектирование велось параллельно сразу по обоим вариантам.
В январе 1958 года проекты были представлены Локомотивной комиссии Научно-технического совета МПС, которая после рассмотрения рекомендовала для постройки первого в Советском Союзе мотор-вагонного поезда переменного тока принять вариант с применением игнитронных выпрямителей с тяговыми электродвигателями пульсирующего тока. Помимо этого, было дано указание несколько переработать проект, так как напряжение на токоприемнике должно было теперь составлять 25 кВт. На основании полученных данных, к концу 1958 года на Рижском вагоностроительном и Рижском электромашиностроительном заводах был выполнен технический проект 10-вагонного электропоезда переменного тока напряжением 25 кВт. Так родился электропоезд R7, то есть электропоезд Рижский, 7-й тип, который является конструктивным аналогом электропоезда R1, но для линий переменного тока 25 кВт 50 Гц. В июле 1959 года на Рижском вагоностроительном заводе приступили к испытаниям первой двухвагонной секции моторного и головного вагонов нового электропоезда R7. Внешний вид первого моторного вагона серии R7 существенно отличался от последующих серийных. На крыше рядом с токоприемником был установлен главный воздушный выключатель, под кузовом трансформатор, а в специальных камерах, выделенных за счет пассажирского салона и уменьшения мест для сидения на 22, электрическое оборудование. В числе прочего, в кузове вагона располагалась выпрямительная установка, состоящая из 4 игнитронов с воздушным охлаждением. Основная композиция электропоезда полностью соответствует композиции R1, также и основные параметры электропоезда такие же, как и у R1. Первый 10-вагонный электропоезд переменного тока R701 был выпущен в начале 1961 года. Состав получил такое же обозначение и номер, как и опытная секция. Тем не менее, вагоны опытной секции R701 в этот состав не входили. К концу 1961 года было построено всего 4 10-вагонных поезда R7. Электропоезда R7 были переданы в эксплуатацию на Горьковскую железную дорогу. На протяжении 1962-1963 годов на всех моторных вагонах электропоездов R7-01, 03 и 04 игнитронные выпрямители были заменены кремниевыми, и поезда получили обозначение R7K. Так как серия была небольшой, то и запасных частей для нее заводы не выпускали. В результате, вскоре ремонт составов серии R7 оказался невозможен. В результате этого, в 1972 году все электропоезда серии R7 были исключены из инвентарного парка дороги. По состоянию на 2019 год сохраняется секция R7K03, вагоны 9 и 10. На экспериментальном кольце в Щербинке как лаборатория. Отдельные разукомплектованные головные и моторные вагоны сохранились на станциях Нижний Новгород сортировочный, Муром, Киров и на базах запаса 435 км и Агрез. В 1958 году, параллельно с постройкой поездов R1 и разработкой поезда R7 по заданию МПС, на РВЗ рассматривался и составлялся технический проект 8-вагонного электропоезда R5, у которого длина вагонов доведена до 24,2 метра, предусматривалось рекуперативно-реостатное торможение, конструкционная скорость 130 км в час, и для ускорения посадки-высадки пассажиров проектом предусматривалось устройство с каждой стороны вагона 3 дверей и выход на высокие платформы. Электропоезд формировался бы из 3 типов вагонов, аналогичные применяемыми в электропоезде R1, но при рабочем проектировании схема электропоезда была изменена. Применен принцип секционности и расположения кабин машиниста в моторных вагонах, которые стали одновременно головными для 4-вагонной секции. То есть составность секции была планирована как моторный прицепной, прицепной моторный. Однако проект поезда R5 был разработан, но ни один состав не построен. Через год после проекта поезда R5
в 1959 году был построен один электропоезд R6, который был опытным советским электропоездом постоянного тока с рекуперативно-реостатным торможением. По конструкции кузова этот единственный электропоезд R6-001 был однотипным с R1, но имел электрическую схему опытных трехвагонных электросекций RS, которые были созданы на базе SMV. Испытания показали, что на участке длиной 2 км R6 по сравнению с R1 показывал более высокую среднюю скорость движения – 46,4 против 44,4 км в час. А экономия электроэнергии за счет рекуперации могла составлять от 17 до 35,5%. При служебном торможении тормозной путь у электропоезда R6 был на 10% короче. В целом электрооборудование работало надежно, однако вопросы его защиты от больших токов короткого замыкания так и не были до конца решены. Помимо этого, было обнаружено, при отключении тяговых электродвигателей во время торможения в контактной сети при определенных условиях возникало перенапряжение до 10 кВт. Был замечен и ряд других недостатков по механической части. В марте 1960 года, после проведения испытаний, R6-001 был направлен для эксплуатации в депо «Перерва» в Москве. Из-за отсутствия ряда запасных частей, ремонт электропоезда вскоре оказался невозможен. Поэтому в 1965 году на Московском локомотиво-ремонтном заводе его переоборудовали в электропоезд серии R1. В связи с этим электропоезд получил новое обозначение серии R1-6. Поезд эксплуатировался до 1993 года в депо Нижний Тагил под номером R1-6-001, а с 1993 года до списания в 1997 году под названием R1-001. По состоянию на начало 2014 года сохранился только сгоревший вагон R1-6-01-5. Как уже сказано, в 1958 году был разработан проект поезда R5, но ни одного поезда не построили. Идеи, заложенные в проекте R5, было решено реализовать в 1960 году на поезде R10, который был опытным электропоездом постоянного тока с электрическим торможением, увеличенной длиной кузова и тремя тамбурами в вагоне. Компоновка вагонов поезда R10 такая же, как и планировали у R5, то есть поезд сформировался из вагонов двух типов – головных моторных и промежуточных прицепных и мог сцепляться в сдвоенный состав по системе многих единиц. Кузов электровагонов R10 имел значительные конструктивные изменения по сравнению с выпускавшимися на тот момент вагонами серии R1, но почти не отличался от проекта R5. Длина кузова была 24,5 метров, в середине вагона находился третий тамбур, и вагоны имели выходы на высокие платформы. Мест для сидения в поезде было 486. В моторном вагоне 112, в промежуточном прицепном 131. Электрооборудование моторных вагонов поезда R10 не сильно отличалось от оборудования электропоездов R6. Тележки и привод не претерпели никаких изменений. Тормозное оборудование также в целом было взято от R6. По сравнению с электропоездом R6 установили другие тяговые двигатели и были внесены изменения в электросхему. Однако мощность тяговых двигателей R10 была признана недостаточной, и потому массовый выпуск этих поездов так и не был начат, и завод начал усовершенствование проекта. Всего в период с 1960 до 1961 года было выпущено 6 четырехвагонных поездов R10. Вагоны нечетных номеров, то есть 001, 3 и 5, нумеровались с 1 до 4, а четные, то есть 002, 4 и 6, нумеровались с 5 до 8, что подразумевало эксплуатацию двух сцепленных четырехвагонных поезда. Поезда R10 поступили в депо «Перерва»
и эксплуатировались на направлениях Московского железнодорожного узла, и они работали там до 1974 года, когда они были исключены из инвентаря МПС из-за отсутствия запасных частей. В 1961-62 годах РВЗ спроектировал на базе ЭР-10 электропоезд ЭР-20, также постоянного тока. На ЭР-20 предполагалось применить тяговые двигатели увеличенной мощности по 220 кВт, а конструкционную скорость электропоезда повысить до 160 км в час. В процессе проектирования ЭР-20 производились усовершенствования конструкции электрооборудования, и тяговые двигатели было решено сделать самовентилируемыми, повысив их мощность до 230 кВт. В итоге электропоезд ЭР-20 так и не был построен, но его проект, претерпев незначительные изменения, стал основой в 1964 году для электропоезда ЭР-22 с конструкционной скоростью 130 км в час. Но до ЭР-22 нам надо посмотреть еще на поезда ЭР-2 и ЭР-9. Но на поезда ЭР-2, ЭР-9 и другие серии мы посмотрим в следующей части фильма.